Привет, меня зовут Василиса. Привет, я Алексей. Мы занимаемся в детской школе телевидения Центра Орелов. Я пиар-директор телеканала «Кукушки». Это новости часа на телеканале Spin On. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, чего вы ждете от этой смены? Я жду от этой смены веселья. Хочешь присоединиться к нам? Всем привет! Это шоу «Танцы». И с вами я, Артём Фоминых. Поехали! Хочешь стать известным телеведущим? В эфире шоу «Магия и волшебство». Мы сейчас находимся рядом с лабораторией профессора Николя. Какая ваша любимая группа? Первый плюс! На территории магии мы замечены странные существа. Возможно, это инопланетяне. Хочешь стать популярным видеоблогером? В эфире новости экономики. В эфире новости телеканала «Улыбка». Школа детского ТВ Центра «Релот» ждет вас. Школа регионального детского телевидения «Релот» – прекрасная возможность узнать, как создаются телепрограммы, в чем заключается работа корреспондента, как победить волнение перед камерой и стать настоящим телеведущим, а еще узнать секреты ТВ от телепрофессионалов. Тебе от 8 до 14 лет, приходи в школу телевидения лингвистического центра «Релот», будет здорово!